Утром вышли, и у нас все двери запачканы были плакатами. Это тоже безобразие, это как бы неприятно, что двери все испачканы у нас, вон теперь все в клею. Неприятно было, да, смотреть все это, конечно. Очень тяжело убиралось, еле-еле. Вот у соседки даже дверь, он да. Пошкрябали, он даже не могли, он тетю Юлю, он тоже вся дверь, он не смогла, дверь испорчена. На работу спешила. Все, он дверь вообще у нее испорчена. Да. Это вообще, конечно, безобразие. Таким путем устраивать выборы тоже не больно. Ну, она-то не смогла, но ее люди кому платят за это, чтобы... Нет, я думаю, не ее люди это делали. Конкуренты, скорее всего. Покрашен, дверь испорченная. Весь первый этаж, все стены, двери, лифта были исклеены моими фотографиями. Естественно, я этого не делала, никаких заданий никому из своих помощников не давала. И эти фотографии я раскладывала по ящикам. Видимо, мои конкуренты их достали и вот таким образом поклеили. Давали из ящиков, если вот последний день перед выборами их приклеили. И в одном доме. Ломали почтовые ящики. На улице Жени Крутовой, 18, было сделано точно так же. Сломали почтовые ящики. Здесь... тоже, видимо, сделали то же самое, сломали почтовые ящики. Я в 7 часов утра, как только мне позвонил старший по дому улицы Жени Крутовой, 18, позвонила в полицию. Полиции я дала объяснение, приехали полицейские, все это засняли на видео. И жители, очень многие как раз понимали, что это не моя работа и не моих помощников, а это провокация конкурентов.